Завтрак должен быть плотным, уверена Светлана Хорошавцева. От такого бутерброда, говорит, точно не поправишься, ведь он приготовлен только из российских продуктов. Санкции. В магазинах, говорят, ничего нет. Я ем только наши отечественные продукты. Я санкций не боюсь. Я ем их и худею. Как говорит Светлана, исчезли с полок импортные товары, исчезли и лишние килограммы. Ей есть чем похвастаться. За 3 месяца женщина похудела на 3 размера. Говорит, из пышки превратилась в стройняшку. Пришлось даже гардероб обновлять. Это мой любимый халатик. Посмотрите, сколько в нем весны и света. Когда я его покупала, он на мне еле сходился. Вот. Вы видите, у меня теперь есть стимул работать над собой дальше. А вот мой комбинезон 56 размера. Конечно, я его сейчас не одену, но очень хочется его сохранить, как пример того, какой я была и какая стала. Теперь Светлана доверяет исключительно российским производителям, поэтому и на полках, в холодильнике, на столе нет ни одного импортного продукта. Даже вместо кофе перешла на отечественный цикорий. Все заменили российские аналоги. Они и дешевле, и натуральнее, говорит женщина. Я любила сыр пармезанчик, а с плесенью, с голубой плесенью сырок. Теперь я беру наш отечественный, российский, только российский. А яблоки, это ведь импортные яблоки какие были, Голландия. Посмотрите на наши зеленые, настоящие Семеренко. Сменить образ жизни посоветовала подруга. Анастасия Юрина, пытаясь похудеть, что только не перепробовала. И бессолевую, и кремлевскую, и японскую диеты. Но ничего не помогало. Новый способ терять вес она открыла случайно. Говорит, всему виной страсть к дорогому сыру. После введения санкций найти его в уральских магазинах было не так-то просто. Пришлось искать местный аналог. В принципе, да, я нашла, но оказалось, что он менее жирный, менее калорийный. И то же самое с мясными продуктами. В нашей колбасе жира гораздо меньше. Постепенно Анастасия перешла на российские продукты. Говорит, такого эффекта она не ожидала. Только за месяц ей удалось сбросить более 5 килограммов. Своим успехом она поделилась с подругами и теперь может похвастаться, что новая диета дает свои плоды. Вот эти девушки на фотографиях, они скинули порядка 15-20 килограммов. Трудно в это поверить, да, они такие стройные, красивые. Но когда-то они были очень большими и полными. Сейчас Анастасии не терпится как можно быстрее запатентовать свой метод. Как говорит женщина, эта диета исключительно для россиян, ведь она основана на исконно русских пищевых традициях. И назвала ее «Патриот», потому что наши люди, русские, всегда ели то, что растет у них на грядке в огороде. Картошку, морковку, репу, капусту. Сейчас она сама кормит семью только этим. Женщина уверена, отечественные производители используют только натуральные компоненты. От них невозможно поправиться. Теперь можно есть после 6 и ни в чем себе не отказывать, говорит Анастасия. Ведь девиз новой диеты – ешь и худей. Оксана Токарева, Александра Поддубная, Владимир Махмутов, Интера ТВ.